Абу-Даби уже искрится. Здесь готовится к бою действующий чемпион мира по смешанным единоборствам. Наш Хабиб Нурмагомедов. Хабиб не выходил в октагон почти год, с тех пор, как одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и стал самым популярным бойцом на планете. Тогда весь мир надел папахи. Самого Хабиба невозможно без нее представить. Папахи уже хранят в своих шкафах Майк Тайсон и Криштиану Роналду. Салам алейкум. И сейчас в Абу-Даби папахи на расхват. Прозвище Хабиба – орел. Это птица – символ Дагестана. Орлу Хабибу не страшен даже русский медведь. О фотографии с Хабибом мечтал Леонардо Ди Каприо. В зрелищных боях Ди Каприо тоже кое-что понимает. Побороть Хабиб не может разве что только своего отца и главного тренера Абдул-Манапа. Из уважения к старшим. В противоположном углу ринга американец Дастин Порье. Когда Порье обращается с ринга к своей супруге, в Голливуде содрогаются. Это и ее пояс тоже. Я люблю тебя, Джоли. Женой Джоли Дастин вместе со школьных лет. На этой неделе отмечают 10-летнюю годовщину. Вместо подарков у Джоли муж по прозвищу Бриллиант. Свою бриллиантовую улыбку Дастин показывает только 3-летней дочери Паркер Ноэль. Малышка Паркер в шоке. Папа был на работе. После каждого боя Порье продает всю экипировку, а деньги передает в фонды помощи онкобольным. Хабиб Нурмагомедов тоже участвует в благотворительности. Его усилиями заработали медицинский центр и несколько школ в Африке. Накануне отъезда Хабибу пожелал удачи его годовалый сын. Уснул в обнимку с папиным поясом. Вот уж точно хороший знак. Скоро Хабиб станет отцом в третий раз. Поэтому свою жену оставил болеть за него дома. Как настоящий рыцарь. В субботу на первом эти двое продолжат писать историю смешанных единоборств. Да будет битва.